Аще его гроб снишел еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскрес еси яко победитель Христе Боже. Женам мироносицам вещавый радуйтеся, и твоим апостолам мир даруй, падшим подай воскресенье. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Прозвучал кандак пасхального канона «Аще его гроб снишел еси бессмертне» самого обычного распева, так называемый киевский распев, восьмой глас. Но необычное было только то, что я при исполнении соблюдал все просодические ударения. Собственно говоря, так этот кандак и изложен в нотах в церковном певческом сборнике. Том 4, если мне не изменяет память, именно там триод цветная и там пасхальное песнопение. Обратите на это внимание, певцы и регенты. Его нельзя петь поспешно. Его нельзя петь как-нибудь. И не просто потому, что это антихудожественно и антимузыкально, а потому, что такое пение ни уму, ни сердцу ничего не говорит, и в душе не оставляет следа. Постарайтесь все простейшие песнопения, какие бы они ни были, церковные, и пасхальные, и седмичные, всегда исполнять с благоговением. А послушать я сегодня предлагаю кандак Святой Пасхи знаменного распева. Вот это образец того, как в древности молитвенно пели клирошане, никуда не торопясь, разумно и благоговейно произнося молитвенные слова. Знаменный распев, кандак Пасхи, «Аще его гроб». Стихотворные переложения пасхального кандака, братья и сестры, звучит так. «Хоть и во гроб по воле дивной себя бессмертный ты низвел, но ада царства и престол навек разбил ты, царь единый. И средь божественных чудес, как победитель ты воскрес, и мироносицам рыдавшим, с лицом любовью сиявшим, вещал ты, радуйтесь им». И мир апостолам твоим послал, исполненным смущения, и ныне благостью твоей, и сердцу грешников людей, даешь ты радость воскресенья. Прощаемся до завтра. Христос воскресе!